Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 28 мая 2023 года. На улице 23 градуса тепла, не жарко, но утром и днем было солнце, все обжигает, все горит. Дождей у нас до сих пор нету. Вот видите, как обжигает. И перец обжигает, и помидоры обжигает. Не знаю, что с него будет, что с них будет. Посмотрим. Но все равно продолжаю сажать. Сегодня буду сажать перец острый из своих семян выращенный. Название не помню. Собирала свои семена и выращивала. Так, насадила много жадности, как всегда. Буду сажать по два, по три. Круче весь сажать в эти лунки. Какой будет сильный, хороший, а какой плохой, я просто ножничками обрезать. По два кустика оставлять. Потому что я не знаю, может где-то что-то подъест медведка, хоть я и, вот видите, отраву бросаю, а все равно она работу свою строго знает. Ну ладно, будем доставать, посмотрим, какая корневая система. Видите, рос в каком маленьком количестве земли, бедолага, их около 20 их штук. Но вырос, дождался своей очереди на свободу. Сейчас разложу и покажу дальше. Разложила, мои дорогие друзья, сажать я буду их в лежачем положении. Вот так сюда направлю, положу, а корни вот отсюда присыплю. Они подымутся. Поливать мне их будет лучше, и их не так будет трепать ветер суховей, который веет суховей. Он уже до такой степени замучил. Вот так крышочки присыпятся, все теплой водички из теплички польем. Вот так и вот. Вот так, мои дорогие друзья. Ой, кидаю. Так, отсюда, а то будет там у дороги. И по два пускай. Вот так. Я у теплицы так сажала, и оно хорошо, растение поднялось. Ну и так дальше. Вот так я их, дорогие мои друзья, уложила спать перчики. И эта с теплицы принесла теплой водички. И у каждую лунку по литре. Это у меня литровая бадья. Главное, землю показываю. Вот. И пускай купаются. И так дальше остальные. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. Потом, когда я их буду подкармливать, я обязательно вам покажу. У меня скоро начну подкармливать недели через две. Скоро у меня будет пьяный огород. Буду все дрожжами кормить. Все. Так как покормила у теплицы. Сейчас покажу теплице, какая у меня рассада от дрожжей. Здесь у меня рассада совсем погибала. Была сильно замерзшей. Подморозилась. Ее я подкормила дрожжами. Посмотрите, какая шикарная рассада. Уже начала у теплицы подвязывать и рядить. Вот так, мои дорогие друзья. Я потом покажу вам, какую пропорцию, как я делаю. Вот у меня 60 литров. Сколько на эту бочку добавляю дрожжей и сахара. Пока!